Приветствую, друзья! Решил Бог создать человека по своему образу и подобию. Бога никто не видел, стало быть, как Творца. И состояние Творца – это состояние творческое. Состояние Творца – это состояние, когда вас не ограничивает стресс, который тут же включает штампы, стереотипы, комплексы, то есть эго. А когда вы делаете разгрузку, например, и применяете метод ключ, подбираете себе разные приемы по алгоритму, по критерию индивидуального соответствия, стресс у вас снимается, и вы выходите из состояния смятения, растерянности, тревожности, паники, в состояние безбрежности, бесконечности. В этот момент вы как бы соединяетесь с Богом. Эта бесконечность, там нет границ. И когда вы занимаетесь методом ключ, подбираете себе, повторяю, по определенному алгоритму, по критерию максимального соответствия каждый себе, то, что ему подходит, то, что ему приятнее делать. Делать те действия, которые приносят результат, где каждое усилие сопровождается результатом. Вы выходите на это состояние Творца, и там у вас включается заложенный в каждом из нас природой эволюционного развития все стадии предшествующих поколений, огромный творческий потенциал, который, когда мы не используем, мы находимся в постоянном противоречии с самим собой. Нам хочется петь, нам хочется рисовать, нам хочется что-то создавать, созидать, а мы себе не позволяем, или кто-то нам не позволяет, или что-то нам не позволяет, и у нас тогда возникает дикое напряжение. Стресс. На этом вебинаре, который нам предстоит, я вас приглашаю знакомиться с подбором приемов путем перебора, с различными новыми приемами и упражнениями. И вы сможете выходить в любой момент потом, после выработки навыков, в состояние творческого вдохновения. Из стресса, страха, творческое вдохновение и в состоянии глубокого душевного покоя, который у нас в методе ключ называется мозговым санаторием. Потому что в этот момент концентрация адреналина в крови снижается и включается концентрация гормонов счастья, эндорфины, искусственным заменителем, который является алкоголь. Поэтому люди до того, как придумали упражнения физические, до того, как придумали другие способы выходить из стресса, они в первую очередь придумали виноделие, заменитель внутренней аптеки. А когда вы определенным алгоритмом подбираете себе индивидуальные приемы, а я подскажу, какие, вы выходите на это состояние бесконечности, и там у вас происходит обретение самого себя, обретение вот этих эндорфинов и других гормонов, омоложения, которые вам помогают потом, в любое время, в любой точке времени и пространства, уже без этих упражнений, когда вы захотите по своему желанию, по своей воле, тут же снимать напряжение, как гора упадет с плеч. Вам легче становится. После этого вебинара вы научитесь не только снимать стресс, вы научитесь озарению по заказу. Это когда вы будете лучше спать, а я подскажу вам, о чем надо думать, чтобы лучше заснуть и какой прием применять, то если вы засыпаете с определенной своей задачей, которая вас волнует, любая, бытовая, задача отношений, задача творчества, спортивная, любая,
и вас она волнует. Что нужно там соединить? А там, оказывается, нужно соединить вот эти вот качества человечности. Но я это вам подскажу, как технологию это правильно сделать. И вот тогда, когда вы засыпаете и вам трудно заснуть, тогда вы начинаете решать эту задачу свою личную, любую, и соединяете с признаками человечности, а человечность – это творец, человечность – это сопереживание, это созидание, это любовь. Когда вы это соединяете, обычно во время стресса разъединенное, потому что когда человек в стрессе, у него голова не этим занята. У него, например, пятка болит, он думает о пятке, он никого не слышит. И у кого что болит, тот о том и говорит. А здесь ты начинаешь выходить на это состояние, там все стереотипы и все границы уходят, ты становишься творческим, начинаешь лучше понимать, чего ты хочешь, происходит автоматически, естественным образом, гармонично самоидентификация. Ты понимаешь, кто ты, куда идешь, чего ты хочешь, как этого достичь. Этому ты все научишься. И научишься на этом нашем замечательном вебинаре, а он действительно необыкновенный, потому что все наши вебинары необыкновенные, потому что в каждом из них новые приемы, потому что метод ключ совершенствуется. И вы научитесь, засыпая, задаваясь каким-то вопросом, как Менделеев, засыпая, как говорится, во сне увидел свою таблицу, вы там увидите решение своих вопросов. А это будет озарение по заказу, как я сказал. Поэтому, друзья, вы научитесь из истощения восстанавливаться, из стресса выходить, обращать энергию стресса себе на пользу, как первого помощника, как стресс-трамплин. Потому что Творец в каждом из нас, в каждом из нас есть чувство гармонии. В каждом из нас есть здравый смысл, который вы обретаете быстрее и проще, когда снимаете стресс с помощью обнуления мозгового санатория и включения внутренней аптеки. До встречи, друзья!